Всем привет! Сегодня получил я посылочку из Китая. Вес посылочки 630 грамм. Заказывал я док-станцию под жесткие диски, так как у меня некоторые они умерли, но из них можно еще информацию достать. К компьютеру подключать их как бы не хотелось, поэтому заказала в Китае док-станцию. Ну, посмотрим, как и что. Обошлось мне 1300 с копейками там. Так, ну, такая вроде. Так. Запечатано. Мягкой шла посылка 12 дней, неделю практически провалялась на таможне, вышла с таможни и где-то пропала, осела. Так, тут у нас ничего нету, пустой пакет. Такая коробочка. В принципе, не помята. Ну, немножечко. Прям вот прям малеха. Ну, это ерунда. Конкретная прям ерунда. Лишь бы только что поработала. Смотрим. Кабель для блока питания, сам блок питания, кстати, под евро, нормально, потому что так, кабель для подключения к компьютеру. И драйвер, видать, может быть какая-то программка, и целый роман китайского происхождения, ну и английского тут, поэтому так, ну, посмотрим дальше. Сама док-станция. Все в упаковочке, все прям, вернее, пленочки под жесткие диски 2,5-3,5, под флешки, под разные типы флешки, и все в том роде. Жестких дисков у меня аж целых 3 штуки, вот этот последний, который умер, с которым можно, нам нужно достать информацию. Я доставал, в принципе, очень много уже достал с помощью вот такой штуки, подключал и доставал, но это херня по сравнению с этой. У нас в магазинах, я смотрел, цена намного выше. В Китае, как и говорю, обошлась мне 1300 там с копейками. Можно за 1100 было взять, но там блок питания совсем крохотный. Здесь вот видите, что блок питания. Там такой массивненький. Правда, не тяжелый, но все равно. Тут написано вроде бы оригинал и сделано прям, как говорится, нормально. Четко сделано. Так. Ну, сейчас подключу и увидим дальше. Так, ну вот, все подсоединил я.
видим. Шнурок, правда, коротенький. Вот новый жесткий диск один поставил. И включаем, пробуем. Все, обнаружился у нас. Обнаружился у нас пока только само устройство. Как я говорил ранее, жесткий диск. Слышите сами, что щелкает. Но он, в принципе, на той у меня, на этом у меня тоже так же щелкал он. Но со временем потом открывался. Открывалось три диска из четырех. Поэтому сейчас он щелкает и откроется. Хватанет, как говорится, и откроется. А так, на компьютере. Вот мы как видим. Вот этот обнаружился у нас. Это сама уже само устройство. Вот, пытается что-то грузить. Посмотрим. Также я попытался засунуть другие диски. Как там 3,5 и 2,5. Один вот этот я воткнул нормально, он как бы заработал, но пока не обнаружился. Буду искать причину, может быть, надо дрова еще устанавливать. А тут, блин, вот этот жесткий диск у меня, нет, вру, этот у меня встал нормально, этот я не смог вставить. Два усика загнулись, надо чем-то теперь выравнивать. Ну, вот этот пинцетом все это делаю. Так что такое сегодня устройство я получил. Вот. Пока не открывается, еще ладно. Это с этим мы разберемся. Скорее всего, просто нужно установить программку для открывания всего этого дела. А так вот, под флешки разные, как я говорил, под два вида диска, 2,5 и 3,5. И все, картридер встроен в нем, включается, вот кнопочка есть, включается. Это, не знаю, это скорее всего перезагрузка. Такое тут устройство я получил. Ссылочки все будут в описании. Вступаем в группу, ставим, подписываемся, ставим лайки. Всем пока.